Мы находимся на выставке CPM-2019. Мария, расскажите, пожалуйста, что за волшебная кнопка iZone? Здравствуйте. У нас дело в том, что мы только-только вышли на рынок, и уже оказалось, что Retail.ru снимает здесь такие мини-репортажи, поэтому мы немножечко волнуемся, но расскажем про себя чуть-чуть. Мы сделали такой сервис, это услуга. Выглядит это как кнопочка на сайт, и он ставится абсолютно на любой сайт и привязывается к позиции товара. По этой кнопке посетитель сайта может посмотреть живую товар. Она так и называется, посмотреть живую. Мы до релиза сделали уже 5 пилотов и уже видим, что 8 из 10 человек нажимают на эту кнопку. И при нажатии запрос отправляется продавцу магазина в точку, который отвечает на этот запрос живым стримом. То есть он показывает живую товар. Посетитель сайта видит все, что происходит у него вокруг. То есть он может специфические вопросы задать, на которые мы не можем предугадать их сначала. То есть, и мы делаем такую сквозную аналитику, потом присылаем в бизнесу эту информацию. Вот. Это такое решение идеальное тоже для интровертов, потому что человек, то есть не дошедший до магазина, тоже на самом деле хочет живую, то есть уточнить, посмотреть, задать уточняющие вопросы, при этом оставаясь инкогнито. Я правильно понимаю, то есть не нужно оставлять контакты, можно просто нажать на кнопку и пообщаться с продавцом либо по видеосвязи, либо голосовыми сообщениями. Да, все верно. То есть никаких данных не оставляется. Он нажимает на кнопку, ему выплывающее окно дает возможность задать вопрос, который его интересует. И этот вопрос, как запрос, попадает в приложение к продавцу. Дело в том, что мы сделали под одной кнопкой, то есть сколько угодно может быть кнопок. Для посетителей это одинаково оно выглядит. А для бизнеса он распределяет запросы по тем людям, таким образом, чтобы на несколько человек, отвечающих за товар и локационно находящихся на точке, где он лежит, смогли на него ответить. Да, и на самом деле это мир будущего. Насколько мы знаем, в России сейчас продажи именно фэшн-индустрии через онлайн не такие высокие. Мы отстаем от наших европейских коллег, от американских коллег, именно по причине того, что у нас очень любят вот этот живой опыт потрогать, пощупать, примерить, посмотреть, как сидит, проверить швы. И на самом деле, кроме примерки, наш продукт решает все эти барьеры, потому что единственное, что мы не можем дать человеку, это померить вещь. Мы можем показать крепость швов, мы можем показать цвет, как он выглядит на свету, как он выглядит в тени, мы можем показать как фурнитуру в деталях, и это уже будет стимулировать покупку товара, и по нашим уже существующим кейсам средняя конверсия в положить в корзину с карточки товара вырастает там на 40%, что достаточно существенно. Вот. И, естественно, мы еще знаем про такую проблему в фэшн-ритейле, как возвраты, и данная кнопка, она тоже минимизирует эту проблему, потому что ты не вернешь обратно вещь, потому что пуговицы тебе не подошли по цвету, потому что ты точно будешь знать, какого цвета эти пуговицы. Да, очень интересное технологичное решение. 40% имеют большую значимость. Мы желаем вам удачи в вашем бизнесе. Что-то еще хотели добавить? Наверное, только то, что мы потом, если человек ушел с сайта, мы его можем догнать его по имейлу, потому что, когда он уходит, мы всплывающим окном запрашиваем имейл, чтобы хотите ли вы получить ответ на свой вопрос. И он получает со ссылкой, опять же, на позицию на сайте. То есть мы возвращаем его на сайт, он видит свой вопрос ответ и тут же может уточняющий вопрос задать, то есть поймав тот самый прямой эфир. Ну да, это в случае, если пользователь не готов смотреть прямой эфир в данный момент, он может посмотреть его в отложенном варианте уже на почте, если ему так удобнее. В общем, такая удобная автоворонка для продаж. Спасибо вам большое, удачи в вашем стартапе.